немецкими, или русскими, или американскими, они должны, работая над новыми проблемами, прежде всего думать об интересах и своей страны, и человечества в целом, и свои знания направлять не на создание антагонизма между народами и между людьми, а на то, чтобы создавать технические средства и разрабатывать научные проблемы, которые будут сближать народы, сближать людей, облегчать их жизнь и решать те огромные, трудные, еще оставшиеся на нашей планете проблемы, на которые надо потратить огромное количество сил и таланта. Поэтому я желаю, чтобы студенты свой энтузиазм и талант направляли как раз на покрытие вот этих трудных проблем, которые остаются еще на нашей планете, независимо от нашего стремления к межпланетным полетам, покорению Луны, Марса и всей Солнечной системы. На нашей планете работы хватает.